Материнский капитал в России будут выплачивать еще 3 года. Соответствующий проект закона сегодня одобрил Кабинет министров. Документ подготовлен по поручению Владимира Путина, обозначенному в послании Федеральному собранию. Срок действия программы заканчивался в этом году. Важность продления разъяснил Дмитрий Медведев. Сегодня это действительно, наверное, самая эффективная форма поддержки семьи. Она остается и самой востребованной. Эта программа дорогостоящая. В этом году возможности использования материнского капитала, тем не менее, были расширены. Продление программы материнского капитала позволит выдать сертификат на такие деньги более чем 1,5 миллионам семей. Конечно, это дополнительная нагрузка на бюджет, но решения все приняты, и мы на это пойдем, имея в виду исключительно важный положительный эффект такого рода решения. Сегодня же правительство дало еще 1,5 года на то, чтобы легализовать зарубежные счета и недвижимость. Новый срок подачи декларации истекает 30 июня. Напомню, о легализации капиталов также говорил президент в послании парламенту.